71. Или еще взять на 3000 печати. А еще 93 ляма адены. Ну, щуки. Зачем рерол? Ну, в мага буду реролиться, в духа. Давай, давай. Пока, пока поточим ычки. Забыл ты ФР? Не. ФР дорого, нету книжек. Дашь две книжки, пойду ФР. Я ж книжки не выбиваю. Сотни трехзвездных книг. Там только 55 штучек всего. Покажи мне свои яйца. Чего ты на утку крутишь на левых чарах? Я кручу, да. ФР одной книжки хватит. Ну, в принципе, да, но... И ее нету. Так 55 книг, 3 звезды, это 4 звезды. А точить все равно скиллы-то надо будет. Куплю я 4 звезды, все равно надо будет 3-звездные скупать. Фэру надо точить одну звезду и 2 звезды. Не хочу я фэра. Пять кам от маг табличек больше, 6 или 6,5. Насколько яйцо хочешь? Ну, хочется на 9, конечно. Восьмое есть.
3 восьмых, да? Так. Ну, всего 6 штучек на шанс. 14. Так, предикт откроем на 2 минуты. Кто хочет, делайте ставки, зайдет на 9 или нет. Так, что итого? 90 тысяч на да, 71%. На нет 29%, 36,5 тысяч. Привет, спасибо за подписку. Ну, поехали смотреть правде в глаза. Так, а тут же... А, очки нельзя, так. Ладно. Да нихуя не зайдет, не верю я. Не верю в тебя, это будет правдоподобно, да? Нет, буст это не про меня, в такие проценты, блядь. Увы. Сука.